Турция выразила Швейцарии решительный протест в связи с проведением в Берне демонстрации противников президента Эрдогана, в которой приняли участие сторонники запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. Особое недовольство Анкары вызвал плакат с надписью «Убей Эрдогана». Субботний митинг, в котором приняли участие несколько тысяч человек, организовали курдские организации и ряд швейцарских партий. «Каждый раз, прибывая в турецкий аэропорт, мы боимся, что будем арестованы турецкими властями по надуманному обвинению». Участники митинга призвали людей с турецким гражданством проголосовать на предстоящем референдуме против расширения президентских полномочий. Случившееся прокомментировал лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Радикальные террористические организации показали сегодня у здания швейцарского парламента мой портрет с пистолетом, приставленным к голове. Мыслимо ли такое? Как это можно объяснить? И это страна Швейцария». Böyle bir mantık, böyle bir anlayış olabilir mi? Ve bu ülke İsviçre. В начале марта власти швейцарского города Цюриха запретили проведение митинга в поддержку предложенной Эрдоганом конституционной реформы, сославшись на невозможность обеспечить порядок. Аналогичные запреты были наложены властями Германии и Нидерландов, резко обострив отношения тех стран с Турцией.